Немного о спорте. Футбольная национальная лига объявила о финальном этапе голосования для определения лучшего игрока первенства России в октябре. В списке претендентов на звание 10 игроков. Из них двое представляют махачкалинский клуб «Анже». Это Михаил Киржаков, вратарь, и нападающий Яник Боли. Отдать свой голос за того или иного футболиста можно на главной странице официального сайта ФНЛ и на страничке лиги в социальной сети ВКонтакте.